Что нужно, чтобы начать стримить? Вкратце. Нужен монитор, на котором ты играешь. Нужна программа, на которой ты ведешь весь стриминг. Также понадобится смартфон, на котором ты можешь следить, что пишут твои зрители. А также не помешали бы наушники с микрофоном, с помощью которых ты можешь разговаривать со своими зрителями. Ну вот, это была бюджетная версия того, как начать стрим и как радовать своих зрителей. Хочешь узнать больше? Просто подписывайся, пиши свои комментарии, и я попробую ответить на твои вопросы. До скорого!